Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поделиться впечатлениями от общения с Давидом. Общаемся мы с 29 апреля. Ну, хочу рассказать, с чем мы к нему обратились. У меня дочка, ей 7 лет. 6 лет поставили нам аутизм. До этого ставили задержку психоречевого развития. Мы ходили, занимались в центры платные, брали много уроков, занятий всевозможных, дефектологи, психологи, ритмопластика. Но ничего особо таких хороших результатов не давало. Шаг вперед и два назад. Так как потом ребенок взрослее, стало все усугубляться. Ребенок стал очень сильно нервничать. Начала кусаться. Кусает ребятишек в садике. Кусает себе руки. Не писает в штаны. Ну, нужно постоянно напоминать, что иди пописай. Так как я уже сказала, с 29 апреля мы общаемся с Давидом. После первого сеанса на следующий день Женя включила себе сказку «Красная шапочка» и смотрела ее. Полностью почти досмотрела. Это очень для нас как-то странно, потому что до этого она смотрела только начало каких-то мультиков и все время перематывала. Ей нужно было все время обновлять что-то. А тут села и посмотрела почти полностью эту сказку, фильм. Вот. На второй день у меня была жалоба, то, что она очень плохо кушает. Невозможно накормить. И после второго сеанса Женя кушала все подряд. Она лазила целый день в холодильник, всеми шкафчиками хлопала, шлепала. Все тянуло, вообще кушала целый день, это было вообще что-то. Вот. На третий день, это были выходные, на третий день мы пошли в садик. Но в садике, когда я пришла ее забирать, сказали, что она была сегодня очень нервная и очень много написала. Как бы что... Целый пакет был написанных вещей. Вот. И ночью писалась, и на следующий день я связалась с Давидом, сказала ему об этом. Вот вчера мы с ним общались. После сеанса Женя пошла и пописала сама, без напоминания, без ничего. И села, и спокойно играла, что меня очень порадовало. И сегодня ночью у нас было сухо. Ну и вообще хочу сказать, что когда вот эти два дня было не очень хорошо, то, что вот она началась очень писаться, я Давиду об этом, ну, как бы сказала, что у нас нет ничего хорошего, что вот она писается, она нервничает. На что он мне сказал, что бывают такие люди, которые видят только плохое и ничего и хорошего не видят. После общения с Давидом я сидела, все это осмысливала. И я как бы пришла-то к чему? А мой ребенок-то руку-то не кусает. Она спокойно себя ведет, писается, но ведет себя спокойно и не кусает, нету самоагрессии, она не кусает себе руку, потому что до этого
то, что ей не по ее, что-то не так, она все время кусала, очень сильно кусала себе руку. А тут-то руку себе не кусает, а я обращаю внимание только на то, что она писается. А то, что ребенок не кусается и ведет себя спокойнее, чем обычно. Вот. Спасибо вам большое, Давид, за то, что вы мои мысли поставили на верное русло. И вообще, после вчерашнего сеанса ощущение было, что все получится, что наконец-то как будет улучшение, что нужно верить в то, что все получится, и во всем искать позитив, а не негатив, так как я уже потом, ну, это тоже по стечению обстоятельств все это пришло, что сколько мы чего не пробовали, ничего не дает хорошего результата. Ну и как бы, наверное, из-за этого уже все воспринимается как-то без веры. Но нужно верить. Спасибо вам, Давид, за веру в то, что все получится, что все будет хорошо. Ждем дальнейших сеансов. Спасибо вам, Давид.